I am a rock. Приветствую всех, вы на канале I am a rock. Dark Souls Remastered, вторая часть. У меня, как всегда, случился казус с записью, поэтому сейчас у меня немного другой персонаж, такой обычный негр радости. Просто дойду до момента, где у меня на самом деле началась запись. Билд немного другой. В этот раз здоровье. Значит, вот здесь дракон уже убил этих тварей огнем. Но можно проскочить через него. Аккуратно, если. Для этого надо, в общем-то, готовиться бежать. Поскольку если стоять здесь, он рано или поздно спустится. Вот так. Ну, либо можно выстрелить из него из чего-то дальнобойного. Фух. Ну, вот и все. Теперь он расстроится, что мы сели за костер. И он просто улетает. Так можно хренануть разок этим мечом. Здесь лежит душа. А вот где-то здесь, наверное, с этого трупа я за кадром подобрал клеймор. Это такой грейтсворд. Большой меч. Отличное оружие. Одно из самых популярных, да куча оно есть в каждой части игры. Вот здесь есть ковенант, но чтобы в него вступить, необходимо иметь 25 веры, либо в коопе помогать игрокам. Однако я не смог найти игроков никаких. Вот что это хрень такая синяя. Так что я на другом чаре докачал себе веру просто до 25. Что-то тропнул? Нет, просто светится так. Ну там задница на верхнем этаже. Если сюда подняться, то... подловили засранца. Ой-ой-ой. Ну-ка, я хочу его спарировать. Ать, и все. Все черные рыцари, в принципе, легко парируются. И, о! Мне здесь даже выпал его огромный меч. Меч, правда, с конскими требованиями. 32 на 18. Большой меч черных рыцарей из Лордерна. Оружие использовалось в бою с демонами хаоса. Когда-то давно воины уничтожали целую группу врагов широкими замахами этого оружия. Да, верю. Правда, фиг. Докачаться до него можно. Так. Там, как видите, кубан огромный. И там побежал ублюдок закрывать ворота. Ну, вы видели? Вот тут на самом деле есть костюм. Ой, блядь! Можно проткнуть анус кабану и убить его одним ударом. Черт побери. Этого не было в моих планах, я не хотел перекатываться.
А черт. Что мы спокойно блокируем все атаки, что в нас ходят. Но получили осколок титанита, которым можно улучшать оружие. Тут на самом деле лежат черепа, которые можно кинуть в костер, и свинья просто сгорит, потому что черепа приманивают врагов. Либо же можно потом спрыгнуть на нее сверху, инициировав атаку в прыжке. Но это ловушка на идиота. А то, что вы слышите, колокол звонит. Это значит, другой игрок только что победил босса локации и позвонил в колокол. Да иди ты в задницу. Ну, таинственный ключ. Таинственный ключ от таинственной двери. Ну, увидели, в общем-то. Меч. Красота на таком уровне. Так, так, так. Здесь можно аккуратно подобрать еще одну душу. А вот здесь стена тумана, но без босса. Вот новый тип врага. Только вот эта первая наша встреча будет просто окончена бэкстабом, ваншотом. Ну уж прости. И рыцарский щит. Хорошая стабильность, только, блин, он тяжеловат, но и так довольно красив. Тут лошок с копьем. А вот здесь тоже такая ловушка. Слева сильный рыцарь. Справа копейщик. Ну, мне удалось заглядеть копейщика. Правда, он довольно пассивный, так что он просто так не выйдет. Ать. Ну, вот и все. Теперь можно разобраться и с этим. Но с двух рук они тоже ложатся мгновенно. Ух, нихуя себе. Не, а такой инициировать не получится случайным образом. Ай. Ну она же в щит попала. Ну чё, зачем урон засчитывать? Так, вот здесь страшный рыцарь охраняет сокровище, что он там хранится. Но нашим мечом мы его с легкостью убьем. Ты даже не попадешь мне с такого расстояния. Что ты делаешь? Ай-яй. Давай, я тебя спарирую. Угу. Спарировать можно, а вот репост нельзя. Опа, и что нам выпало, интересно? Еще один осколочек. Везет мне сегодня.
слышны удары молотом по наковальне. Это значит, кузнец рядом. Вот, сядем у костра, да еще и вожжем его, просто чтобы можно было. И вот здесь еще одна локация, куда мы сейчас попасть не можем. И NPC новый. С ним пока, в общем-то, квеста нет. И встреча абсолютно это опционально. Если ее пропустить, он просто будет потом дальше в этой крепости. Но сейчас с ним просто будет уникальный диалог. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Still closed. Still closed. Ну, вот и все. Очень исчерпывающий диалог получился. Ну а здесь внизу вот он, кузнец Андре, наш друг на всю игру. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing, then speak to me. В общем-то, у него можно улучшать оружие за титанит. Мне уже 2 выпало, так что я сейчас апну себе палицу. Также у него можно покупать титанит. Можно с легкостью купить его столько, чтобы получить оружие плюс 5 перед первым боссом. Также он продает символ Арториуса, что понадобится в одном месте. Но он целых 20 тысяч стоит. Также тут целый список оружия, но мне ничего из него не интересует. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. But every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. So pay them a little respect, eh? There are 2 types of weapon forging. There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. But ascension's a finer art. It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night without employing my services. Don't get yourself killed. Neither of us want to see you go hollow. Ну, в общем-то, правильные вещи он сказал. Можно как улучшить оружие, как я сейчас сделал, либо после определенного улучшения можно придать ему новые свойства. Вот, по сути, я только ради этого демона сейчас скачал эту палицу, поскольку он слаб к дробящему, хотя урон пока не впечатляет. А вот его дерьмовые хитбоксы еще как впечатляют.
Да, очень странные хитбоксы. О, застагерился. Даже удивительно, я столько раз ёбнул своей палицей. Ясно, эта атака не блокируется, так и запишем. А сейчас он тупит что-то. Так вот так. Ты не туда воюешь, если что. Ну вот все, он сдох. И значит, дает он 2000 душ и еще и демонический титанит. Один из самых редких видов титанита, которым улучшается все оружие с боссов, а также некоторое другое уникальное оружие. Так, посидим у костра. Так, все, какой-то шум странный пропал. Ну раз. Я помер, можно в принципе и восстановить себе человечность. И теперь все-таки призвать Солера для того, чтобы получить медальку. Пошел прочь отсюда, уродливая тварь. Да ладно. Да нет. Ай. Так, все. Ёбаный рот, да что такое? Ну, пошли дальше. Здесь неприятно, враг стоит. Ну все, они могут парировать, поэтому с ними надо быть осторожнее, когда они выставляют свою рапиру вперед себя. И черт, это не простые бомжи, а усиленные бомжи, потому что вокруг них витает вот эта, блин, аура. Ёлки-палки, дай мне отцепиться. Вот так вот. Бомбами мы уничтожили их. Да, этот кретин упал вниз. Прекрасно просто.
А, и все. Настолько хилый. Ну-ка. Окей, все, этот выманен. Теперь вот этот пусть пойдет сюда тоже. А-та-та. Вот и все. Вот здесь лежит алебарда. Довольно добротное оружие. Тут опять знак этого твинка. Набрали ключик. Второй раз я не буду к нему приходить. Как-то неохота. Опять все будет склоняться к тому, что будем у догонялки с бэкстебами. Тут еще одна душа-хранительница огня. А вот тут кое-что сочное. Так, во-первых, здесь можно спрыгнуть сюда. И мы вновь в храме огня, обалдеть, да? Те, кто играли, каждый раз обалдевают в первый раз этого. И вот здесь можно запрыгнуть сюда. Если пойти наверх, то будет птичье гнездо, откуда можно попасть в самую первую локацию, где мы появились. Однако здесь можно подобрать для этой локации ключ. Который открывает запертую дверь. И вот мы в храме огня. Я туда дальше не пойду. Не хочу сидеть за костром. Лучше пойду... вернусь наверх. Так. Хотя, блин. А, фиг с ним, знаете что. Я хотел стать снова человеком и призвать Солер на следующий босс-файт для того, чтобы получить монетку в подарок. Но как-то расхотелось. Здесь еще одна душоночка. Что-то там попробовал. Пошел отсюда. Могучим кулаком разбиваем вот здесь дверь. И вот здесь в клетке лежит еще один NPC. Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Да, конечно. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Выглядит как вполне хороший человек. На дорогой латунной броне. Что плохого может случиться? Есть бочки. Еще один труп, в котором
Ням, человечность. Так, нет, мне вот сюда, наверх. Ой. Интересно, зачем вот здесь такое вот место сделали, если здесь вообще ничего не лежит? Ну да ладно. Стоит полечиться. И там уже видно, появились полоски ХП. Да и так понятно, что от такого места хорошего не стоит ждать. И вот она, горгулья колокола. Да блин. Я хочу отрубить ей хвост. О, дьявол. Я не ожидал от этого. И от этого тоже, что так резко будет. Я образел. Да что я? О боже. Я упал вниз. Из-за того, что почему-то сделал еще один кувырок. Так, что происходит? Секунду. Так, вот я и добрался обратно. Теперь можно призвать его. А всё ради того, чтобы... О, отлично, отрубили хвост. Для того, чтобы после победы над этой тварью можно было получить еще одну медальку. В любом случае... Никакой проблемы даже в соло с этим мечом, с этим боссом быть не может. Ну, разве что от дерьмовой системы перекатов. Ну и все. Благодарю тебя, Солер. Дали нам двойную человечность. И в честь победы над конкретно этим боссом еще и медальку света. Медали света нам позже пригодятся. Для того, чтобы повысить ранг ковенанта. Я ж все-таки делаю себе билд через веру. Вот, здесь другие горгульи. Правда, эти не такие живые. Так, все. Теперь можем спуститься вниз, а здесь нас встречает новый NPC. Greetings. I am Oswald of Kareem, the Pardoner. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Comest thou to confess? Or to accuse?
Indeed, Orsin is my man. Ну, я не грешил. А, нет. Подождите, деть. А, да, я убил одного бомжа. Да и фиг с ним. Вот один камень я бы купил. На всякий случай. Ну и все. Обожаю его смех. Лучший вообще, наверное, в серии. Так. Ну, а теперь, чтобы не бежать вниз, я просто бы использую косточку. Отличную. И теперь, да, наконец-то. 25 вера, это значит, можно добежать теперь. Обратно и повысить себе... Не повысить, а просто вступить в квенант. Я думаю, этот момент я... Так, не вот я здесь. Теперь, наконец-то, можно помолиться у алтаря света. Выучить жест. И вступить в орден. И вот оно. Чудо-копье молнии. О, какая же это великолепная вещь на данном этапе игры. Сейчас просто покажу на ком-то. Ни в одной из последующих игр не является копье молнии настолько великолепной вещью, как в этой. Так что... пожалуй, повышу уровень. Да, я теперь одну ученость повысил, и я могу носить два заклинания. Так и сделаю. И вот. Теперь пришло время показать им, на что я способен. Для чего я качал 25 веры. Для того, чтобы получить по голове, да? Нет. Минус один. Минус два. Минус три. Давай, подходи. Минус еще один. Получил его доспех. И опять какие-то я слышу шумы непонятные. Такое ощущение, будто бы кольцо это вызывало. Эх, ну вот мы и вновь в храме огня. Надолели мы сегодня горгулий. Да, и на этом выпуск можно закончить. Всем удачи, всем...